В Нижнем Новгороде прошел областной турнир по боксу. Это был отбор к основным соревнованиям – первенству Приволжского федерального округа среди юношей 2000-2001 года рождения. Эти крупные соревнования пройдут с 24 по 27 февраля в Нижегородской области на базе отдыха «Изумрудный» в Городецком районе. В честь нашей губернии там будут защищать немало спортсменов, но вот будут ли медали образца ПФО, никто предсказать не может. Кто в боксе может загадывать планы, потому что мы не знаем, ну, как готовился. Как люди готовились, как спортсмены, так они будут выступать. Конечно, мы надеемся, что вот этот определенный Приволжский округ, ну, он дает этап на первенство России, выход на первенство России. Мы, конечно, хотим, чтобы наша Нижегородская область участвовала в таких мероприятиях. Мне, как президенту Федерации бокса, хочется проводить, чтобы это каждый год у нас эти мероприятия были. Приволжский федеральный округ. В областном отборочном турнире приняли участие лучшие боксеры со всех уголков Нижегородской области, где активно развивается бокс. Было разыграно 14 путевок для участия в первенстве федерального округа. На ринге велась ожесточенная спортивная борьба за право представлять свою область на важном турнире. Никто не хотел уступать, но в итоге, как и положено, победили сильнейшие.